Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем чистить селедку самым простым и быстрым способом. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Берем самую аппетитную слабосоленую сельдь, возле жаберной крышки ставим нож под наклоном примерно 45 градусов и делаем надрез до хребта. Переворачиваем рыбу и отрезаем голову полностью. Нож также ставим под углом. Благодаря такому расположению лезвия ножа удается вырезать мясо из головы максимально. Дальше вспарываем брюшко и достаем икру или молоки, если такие имеются. Все другие внутренности тщательно выскабливаем ножом. Особое внимание уделяем черной пленочке. Ее нужно убрать полностью, иначе рыба будет горчить. Разделочную доску желательно заранее застелить пищевой пленкой. После завершения грязного процесса ее легко свернуть и выбросить, а все вокруг остается чистым. На этом этапе хорошо промываем селедку проточной водой, а затем насухо промакиваем со всех сторон бумажными салфетками. Теперь большим и указательным пальцами нащупываем хребет снизу и плавно движемся в сторону хвоста. Затем хвост обрезаем вместе со всеми костями. Прощупываем рыбу пальцами на предмет оставшихся небольших косточек. Если что-то есть, извлекаем. Дальше срезаем с обеих сторон края брюшка вместе с плавниками. Остается отделить филе от кожицы. Для этого разъединяем по центру филе на две половинки. Просовываем пальцы между кожей и мясом и плавно движемся от хвостовой части вперед. Окончательно зачищаем филе, если есть какие-то погрешности. Такую же процедуру повторяем со второй частью рыбы. Вот и все. Селедочное филе без единой косточки готово. Можно подавать к столу или нарезать в салаты. Если вам понравился мой способ разделки селедки, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.